Продолжаем наш выпуск. Представители Ассамблеи народа Казахстана и курсанты военного института обсудили новое послание главы государства Нурсултана Назарбаева. Какова роль уникального многонационального института в развитии страны и почему молодежи важно знать о задачах, которые ставит перед казахстанцами президент страны, расскажет Ксения Куценко. 5 векторов работы обозначил президент страны в своем новом послании. Сегодня стратегический документ обсуждают представители Ассамблеи народа Казахстана и курсанты военного института. Участники встречи считают, одним из актуальных направлений для молодежи должно стать внедрение трехязычия. Как читаусские коллеги, в рамках пилотного проекта преподают студентам отдельные дисциплины на нескольких языках. В планах привлечь и школьников. Наша областная Акмолинская ассамблея тоже прилагает немало усилий в данном случае. Почему? Потому что несколько лет назад идея о том, чтобы открыть отдельные школы, где будут изучаться три языка, казахский, русский, английский язык, где будут обучаться школьники, где будут обучаться взрослые, эта идея поднималась. Но я думаю, с новым посланием президента теперь это уже конкретное очертание реализации будет, я думаю. Руслан Сухоручкин – первокурсник. Говорит, чтобы реализовать задачи, поставленные главой государства, каждый должен начать работу с себя. Он, к примеру, сейчас активно изучает английский язык. На русском и казахском я говорю свободно. С самого детства родители учили меня двум языкам. Современное общество требует знать и английский. Уверен, эти знания мне пригодятся в будущем, тем более, что я буду военным. Развивать бизнес и привлекать инвесторов. Эффективная реализация этих задач возможна, если в стране будет мир и согласие, считают представители областной ассамблеи народа Казахстана. Во всех направлениях, указанных президентом в этом послании, везде дается позыв к работе Ассамблеи народа Казахстана на будущее. И действительно, Ассамблея народа Казахстана должна быть в авангарде буквально всех событий. Военный институт – один из ярких примеров, где ценят дружбу между народами. Здесь обучаются курсанты из разных стран. В учебном учреждении работает кафедра Ассамблеи народа Казахстана. Ксения Куценко, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.